не стільки підсумки цього року, скільки плани на майбутнє були в центрі уваги учасників конференції для аграріїв південних областей України, яка відбулася в Одесі. Я спросил, что вы делаете в конце сезона? Ну, как любой человек, в конце сезона он подводит итоги. Я не хотел, чтобы мы подводили эти итоги только на конференции. Я хотел, чтобы каждый человек, заканчивая там, сбор урожая, он подводил итог, какие проблемы возникли у него, сколько он собрал, сколько он продал, почему он продал мало или почему он не продал весь необходимый, все необходимое количество. То есть, чтобы люди думали и задумывались на следующий год, как решать эти проблемы. Что нужно сделать, чтобы изменить свою стратегию, может быть, изменить планирование, как избежать тех же самых проблем. То есть, учились. Доповіді та дискусії на тему новітніх аграрних технологій, дослідження ринку, поради з організації та ведення сільськогосподарського виробництва – таку насичену програму для фермерів підготував український проєкт бізнес-розвитку плодового вишівництва. Нагадаємо, він реалізується за кошти уряду Канади та низки партнерів в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Ми стараємося заставити людей думати, прежде всего, что если вы выращиваете однообразную продукцию, вы будете сталкиваться с этими проблемами ежегодно. Если вы начинаете, скажем так, выращивать что-то другое или искать новые возможности, новые рынки, вы, конечно, вы сталкиваетесь с новыми проблемами, но во всяком случае вы уходите от... Вы пытаетесь решить те проблемы, которые есть у вас сейчас. То есть вы увеличиваете сбор урожая, вы увеличиваете цену реализуемой продукции, то есть вы развиваетесь. Не обязательно сидеть и ждать у моря погоды, как говорится, выращивая огурцы, когда цена на них будет высокая, и вы сможете заработать существенные деньги. То есть нужно думать, нужно принимать решения, ответственные решения, и нужно думать не только о том, как выращивать и что выращивать. Нужно уметь анализировать ситуацию и понимать, зачем я это выращиваю, где я буду это продавать, с кем я конкурирую, и работать над тем, чтобы это была качественная продукция, а не просто огурец и все. Необхідність запровадження нових технологій у всіх сферах аграрного виробництва потроху усвідомлюють всі. І такі зустрічі дозволяють фермерам знаходити шляхи вирішення нагальних проблем. Ми бачимо якісь складності з відсутствием обладнання, мабуть, посадочного матеріалу, обладнання. І непонімаєм, ну, як би, відсутствием інформації по... технології вирощування. Нас дуже цікавить розвиток плодовочівництва в нашому районі. Південь України, як ми знаємо, він дуже потерпає від засухи. І для того, щоб і в нас, наприклад, в нашому районі, розвиток має тільки рослинництво, зернове виробництво і технічне. Тому дуже хотілося б, у нас є дуже багато бажаючих одноосібників, дрібне виробництво, які б хотіли займатися чимось новим, ну і поповнювати, так сказати, свій бюджет і розвивати ринок наш. Многие уже приходят к этому. У многих уже есть четкое направление, то есть кто-то уже собирается работать только на экспорт и делает все для того, чтобы выйти на рынки. Не обязательно европейские, там, азиатские и так далее. Но есть четкое понимание того, зачем мы делаем это. Есть четкий план, как это сделать. Я все-таки хотел бы их направить в русло предпринимательства. Потому что, скажем так, многие из них воспринимают это как некое увлечение, как хобби. Я все-таки хотел, чтобы они мыслили как менеджеры предприятия. Потому что они являются там, собственниками на 50 сотках, там, на одном гектаре, но они являются управляющими этого предприятия. Пусть оно небольшое, но они должны думать о том, как потратить деньги с максимальной выгодой. Для того, чтобы максимизировать свою прибыль, соответственно, им нужно найти, скажем так, ресурсы, найти рынки, проанализировать ситуацию, чтобы они это все охватывали. Невозможно, нужно все везде, скажем так, контролировать, везде понимать все эти процессы. Потому что без ежедневного контроля, без ежедневной кропотливой работы не будет результата. Йшлося, наприклад, про переваги конкретних культур. Зокрема, часник є і ще довго залишатиметься дуже вигідним для вирощування. Это такая ниша, в которой мы очень долго не будем между собой даже конкурировать, потому что чеснок в Украине не закрывается локально. То есть что это значит локально? То есть на полках украинских магазинов практически никогда нет украинского чеснока.
Поэтому ниша, в которой можно работать, развиваться, информационно друг друга поддерживать, выращивать разные сорта, потому что это культура, которая не опыляется, которую можно выращивать много на одном участке земли, и это будет очень интересно. И эта культура, в отличие, там, например, от длительных орехов десятилетних или от коротких ягод, хранится там от 4 там, до 8 месяцев. То есть это очень как бы интересная культура с точки зрения хранения и возможности реализации там более длительный период времени. Для мелких хозяйств эта культура, прежде всего, она понятна, потому что один из символов Украины – это чеснок. Мы всегда его выращивали и всегда этим славились. К сожалению, в какой-то период времени мы потеряли вот эту вот сноровку, и нас переборол тот самый импорт иностранного чеснока. Может быть, даже не скорее импорт, а те торговые представительства, которые зарабатывают непосредственно на импорте чеснока и на его реализацию в Украине. Поэтому все хозяйства, которые в Украине хотят заниматься чесноком, занимайтесь любыми сортами. Чесник, до того ж, культура не надто виваглива в сенсі фінансових витрат. Если ее правильно выращивать по технологической карте, она недорогая, но при этом она всегда в цене, всегда. Если вы не сможете ее продать, например, как обычно товарный чеснок, вы всегда сможете продать чеснок на переработку. Из нее перерабатывают там чесночный порошок, чесночные чипсы, чеснок маринуют, из чеснока делают всевозможные там соления. То есть он и всегда используется там в консервации. То есть это культура, которую можно реализовывать постоянно. Это культура экспортная, и одна из причин, по которой тоже начинался чесночный бизнес, в Украине есть квота на вывоз чеснока в Европу. Эту квоту никто не закрывает, она пустая. Почему? Опять-таки, потому что мы не можем самостоятельно закрыть даже локальный рынок. То есть даже сами себе организовать полную необходимость по чесноку. Выращивать его, вопрос, как сложно его выращивать, это даже вопрос риторический, потому что все культуры хотят, чтобы на них обратили внимание, ну, в принципе, как женщины, мужчины, как все люди хотят, чтобы на них обратили внимание. Культура тоже любит, чтобы за ней ухаживали. Может быть, это не так критично, например, как для ягод, потому что у них есть там более короткий там вегетационный период. Здесь как бы период все-таки более длительный, и очень прекрасная возможность. Вы его посадили, например, у вас зимний чеснок, и у вас есть там минимум 3 месяца разобраться, что с ним делать по весне. Не в горячку, не в потом, не уже случилось. Разберитесь сначала, и тогда у вас вырастет отличный, красивый, вкусный чеснок, который все будут хотеть. Плюс, радять фахівці, бажано кооперуватися для реалізації, адже сформувати досить велику партію якісного чеснику одному фермеру доволі складно. Вопрос реализации у нас в Украине по многим культурам, включая чеснок, стоит в том, что торговые представители, ну, грубо говоря, люди, которые занимаются просто торговлей какими-то культурами, они имеют свойство там влияния на психологическое влияние на людей. В каком качестве, например, у вас там некрасивый, там, или там невкусный, или там другого калибра. Никому не верьте. У вас самый вкусный, самый хороший, вы 100% сможете его продать дорого. Но для этого нужна партия, понимание сорта. Ну, то есть продать беленький или фиолетовенький не получится. Нужно понимать, что я вырастил сорт, там, например, дюшес. Пускай там сосед тоже должен быть богатый, но он тоже должен зарабатывать, пускай он тоже выращивает сорт дюшес. Тогда и у вас, и у него будет один и тот же сорт. Вы вдвоем уже выращиваете один и тот же сорт. Можете скооперироваться в партию. И чем это хорошо? Это хорошо, прежде всего, вы можете не продавать 100% свой чеснок, всегда выращенный урожай, жалко продавать сразу в одни руки и много. Ну, как-то мое любимое, только вырастил, хочу полюбоваться, но деньги уже нужны. Поэтому у себя немножко, у соседа немножко, у второго соседа немножко. У вас уже партия, и у вас уже есть деньги. И у каждого есть чеснок. При этом вы все зарабатываете хорошо, много, не конкурируя между собой. Дуже великий потенціал і у вітчизняного горіхівництва. В першу чергу йдеться про грецький горіх, але не тільки. Ця культура теж не надто вибаглива. Для ореха нужна
земля, скажем так, если там мы говорим про какое-то большое хозяйство, которое не используется в интенсивном земледелии, я имею в виду там традиционном там, выращивании зерновых культур, ему подходят любые склоны, любые балки. То есть это земля, которая будет там находиться самого, грубо говоря, низкого качества там, на территории вашего населенного пункта. И, как правило, это пастбища, да, которые были заброшены и которые легко там, в принципе, привести в пригодное состояние для выращивания ореха. То есть это дает дополнительный стимул для выращивания ореха, что вы в своем населенном пункте можете взять, в принципе, самый плохой участок земли, на который никто не претендует, и вырастить на нем нормальный продукт. Это, ну, является одним из главных преимуществ. Главным недостатком при выращивании грецкого ореха являются сроки. Если мы говорим про гибридный грецкий орех, то для первого урожая необходимо подождать хотя бы 10 лет. То есть 10 лет ожидания – это достаточно сложно, и поэтому культура, которая будет выращиваться внутри, определяет успешное развитие этого бизнеса. Если вы сможете совместить с культурами, которые вы выращиваете, и у вас есть склоны, то это может быть очень эффективным бизнесом. То есть какое-то время вы можете выращивать сопутствующие продукции, а когда орех вырастет, перейти на другую площадь. Одна з головних проблем, що постають у фермерів-початківців і навіть у досвідчених – фінансування нових проєктів. У нас є програма грантів, але ми її не анонсуємо. Це не можливість для всіх. Ми стараємося фінансувати ті компанії, які, скажімо так, можуть кооперувати з іншими. Тобто ми не фінансуємо якесь окреме підприємство чи фермерське господарство. Ми стараємося, щоб ефект від нашого гранту отримали не один чоловік, а їх було 5, 10, 20. Поэтому для нас очень важно находить возможности для кооперации, для объединения людей. Неважно это совместное выращивание, совместное хранение, это совместная реализация. Но чтобы люди хотя бы сделали первый шаг для такого старта. Підсумки сільськогосподарського року ще, мабуть, підбивати зарано. Але певні плани на рік наступний представники проекту вже визначили. На следующий год это, ну, опять-таки, это привлечение большего количества людей, заставить их объединяться. Все-таки заставить их совместно решать свои проблемы, потому что когда каждый бьется над проблемой самостоятельно, он иногда не может принять верное решение. Но когда это, скажем так, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому мы стараемся заставить их, ну не то что заставить, мы стараемся направить их в нужное русло, чтобы они не задавали вопросы, чтобы они искали ответы, чтобы они умели анализировать, принимать решения, то есть чтобы они не сидели на месте и не ждали у моря погоды, как говорится. Опять-таки, это бизнес-образование, это планирование, это стратегия, это поиск новых рынков, поиск новых культур, то есть вся цепочка. Нагадаємо, український проєкт бізнес-розвитку плодово-овочівництва реалізовуватиметься до 2021 року. Отже, попереду ще багато цікавих і корисних зустрічей.